Драматический театр «Театральный ковчег» в Дубраве готовится к 10-му юбилейному фестивалю у Троицы. Уже в этот четверг, 6 июня, в день 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, на сцене сыграют «Капитанскую дочку». Продолжит пушкинскую тему участник из Красноярского края Каннский драматический театр. Песенная притча о старике, старухе и золотой рыбке. Необычный взгляд на произведение классика. На первый взгляд читаете в афише «Сказка о старухе, золотой рыбке и старике». Так нет, эти ребята через музыку, через аутентичность русскую попытались подумать, а как же они жили до того времени 33 года? Конечно, не обошлось без Онегина и графа Нулина в исполнении Липецкого академического театра драмы. В 2024 году исполняется 160 лет со дня рождения еще одного великого русского писателя Антона Павловича Чехова. «Чайка», «Дядя Ваня» и «Две шутки в одном действии» – дань уважения мастеру. Страна многонациональна, огромна. Мы выполняем миссию того, что привозим Сергиев Посад, территориально удаленные города, и показываем их спектакли нашим жителям. И поэтому, и плюс, многонациональность предполагает, что у нас очень много республик. Они создают порой тоже уникальные спектакли. Плюс мы также продолжаем поддерживать дружеские страны, дружественные страны, кто бережно в сложных условиях сохраняет вот эту русскую классику и работает над ней. Национальные театры Татарстана и Калмыкии приедут в Сергиев Посад. Донецкий РАМД представит спектакль с живой музыкой, хоровым и сольным пением «Левша» Николая Лескова. В этом году фестиваль пройдет дольше обычного – 12 дней с 6 по 17 июня. Театральный ковчег подготовил для зрителей второй зал. Все спектакли пройдут в новом доме театра в Дубраве. Полная афиша на сайте театрального ковчега. Не пропустите уникальную возможность увидеть постановки 19 театров из России и ближнего зарубежья. Оксана Мирошникова, Анна Овчинникова, ТВР-24.